Приветствую всех подписанчики. Приветствую всех. Приветствую подписанчики. Приветствую всех подписанчики. С вами Саша Джиггернаут. Это второй ЛП на 31 марта. До репетиции мне пока еще не скоро. Вот, решил, думаю, немножко освободилась. Думаю, запилю-ка я ЛПшку. Вот, а то вообще от меня что-то глухо было в последнее время. Карта промзона, паркур. Мы в роли такого подсаживальщика танков, что ли, я не знаю, в роли такой катапульты будем играть на дикой реле. Реле у меня М4. Вот, хорошо будет на подсадку. Битва вроде, средненько так заполняется. Не сказал бы я, что вяло. Так, ни о чем. Вот, но почему-то у нас никого на этом рубеже нету, то есть нет никого, кто хочет запрыгнуть, я не знаю, они меня не видят, что ли, они меня там где-то посередине карты ищут. Это бы, конечно, выглядело бы смешно. Да, почему-то, смотрите, все стоят АФК. Фиг знает, что с ними. Давай, не тупи, я вас подсаживать буду. Так, все, написали мы. Так, пишут, Санька, что-то мало людей. А ты не думал, что я для хай-левелов создал? То есть, вроде генерал — это максимально допустимое значение, которое сюда может дойти. Так, ну-ка. Ой, не-не-не, что-то я старею или нет? Нет, не старею. Ты что, я достарею? Да кто так? Я так не делаю. Так, ну и что? Кто еще? Вот стоит он там и охраняет кукурузу. Я не знаю, он что там, ДДшку что ли охраняет? Да, конечно, тебе ДДшка пригодится. Стоял-то около нее. Это петух. Закину. Давай. Не тру кто, я буду за тебя включать. Все, пошел нахер. Не умеешь паркурить, не надо. Блять, куда ты так? Опа! Вот спас я немножечко положение. Ну, я не знаю, спас или нет. Короче, вот в этих подсадках практически 80% зависит от того, кто тебя подсаживает. То есть, в какое именно время он даст по тебе рельсу. И как он тебя там толкнет или вообще не будет толкать. Вот, просто некоторые, типа, возникают там, да я круто паркурю, там, ты, типа, это... Блять, чё я несу, а? Бывало, короче, некоторые разы так, что, допустим, вот у него и рельсы М4 у чувака, ну, вроде все для паркура есть, ну и диктатор он одел, а все равно он как-то не вовремя стреляет, и поэтому даже какой-нибудь там крутой ВАСП на нитре не может залететь. Блять, ну а разгон вот кто будет делать, а вот ты кусок вафли, иди отсюда. О, да, правильно, с ДДшки по нему надо. Ну. Ты. Вот, он издевается или чё? Парень-то лагает у нас. Все ясно с ним. Да, блядь, ну вот это вот еще не хватало. Из-за какого-то мелкого вот перевернуться. Да, две мины, ага. У меня диктатор стальной, как этот, стальной пресс, все выдержит. Так, ладненько, дубль 2. Винни-Пух, главное, смотрите, я его вроде изначально закинул, а он взял вот на этот дом, что-то хотел запаркурить, и в итоге пизданулся. Ты куда, блядь? Кто туда поворачивает? Зато.